Доброе утро, Петя. Ты не орал так сильно рано, да? Все курицы уже вышли. Да-да-да, бежит так, как, а? Привет. Да что ты думал? Мама! Я не чувствую. Ты что за нашестная курица? Смотри, все. Ну что вы сюда прибежали? Ну, блядь, я же оттуда бежит. Смотри, как быстро бежит. Такое доброе утро. О, ушел. Деякісь вони бігучі дуже. Оцей, да, оцей. Який кошмар. Доброе утро, ребята. У нас 22 градуса. Петухи, кури. Ну, вони не орали так сильно утром, ми вже встали. Сушу голову. О, Боже, ну хоч не дурить. Один петух обиделся, ушел. Да-да-да, самый бесший хватанул и прижал. Гляньте, какие курятник, ага. А кошка охотится, смотри, вон за кустом, вон она. Дерутся. Она хоть на дырить. Кошка остался завтра, да, приходите завтра. Не надо, приходите завтра, что он не привыкнут. Шукайте в траве, там крошки есть. Шукайте в траве. Кошка сидит, зараза, вон она, вон. Вон там, вот, идите вон там. Купите киноношу, дать. Да ладно, они не голодные. Все, ребята, буду досушивать голову, будем идти на завтрак, а потом на встречу с гидом. Ребята, вот такое у нас утро, еще никого нету, горы, луна вон еще. Идем на завтрак, надеюсь, сейчас все с сим-картой будет нормально, ой, сим-карта, господи, карта памяти. И сниму вам завтрак сегодня, может быть, если на обед успеем, потому что мы хотим потом пойти погулять. Такие лавочки стоят. Красота. Вон. Да что-то ест цветов. Курица. А как они погнали к нам, это, конечно, вообще. Вон люди ходят уже за территорией. Смотрите. Все спокойно, дружно живут. И собаки. Ой, собаки, господи, кошки и курицы. Собак нет. Сейчас. Блин, а мы не взяли вот эту книжечку. Которую нам вчера дали для встречи с гидом. Ну да, забыли. Я еще хотела взять, вот там море, видите, уже сразу. Очень классно, что первая линия. Не знаю, кто там пишет, что это 3 звезды. Ну дай бог, чтобы так все 3 звезды были. Вот эти штуки, оказывается, фонари вчера подсвечивались. Очень классно. Сейчас покажем вам завтрак в отеле Гидрос Кемер. Ребята, вот наш ресторан. Вот видишь, еще есть места, можно на улице сесть. Можно даже без вида на море. Это наш ресепшн. Welcome. Еще одна. Привет. Да? Кудряшка. Тот, который мне понравился. Который нам номер не мог дать. Так, сейчас поднимаемся. Еще немного людей. Сегодня тут хорошая погода. При входе есть кофе, есть антисептик. Давайте посмотрим. Да. Да. Ты бери, я потом наберу. Омлет можешь попросить. Будешь омлет? Здесь вот такие сосиски. Так это не на лошадь, это ты ее попросишь. Вот такие. Картошка, мясо, яйца, разные булочки. Это фрукты, пирог с сыром. Ну, вчера тоже такое же самое было. Завтраки, наверное, одинаковые. Тут тоже булочки, пончики. Там он панкейки делает. И вот такие вот панкейки. Здесь фрукты. Фруктов тоже достаточно. Разные сухие завтраки.
контрки все одинаковые. Картошка, овощи. Нужно подогреть детям, наверное, что-то. Здесь овощи тоже. Овощи разные, сыры. В общем, выбор. Нужно тосты сделать. Выбор действительно большой. И овсяная каша на молоке. Видите? Никто голодным не будет. Все. Иду себе что-нибудь возьму. Пришли в холл, ждем встречу с гидом. Вот такую нам вчера дали. Добро пожаловать в Анталию, книжечку Гидра 105. Это у нас 105 был номер автобуса. Кто спрашивал, мы с Туи летаем, получается, с туроператором Туи. И что здесь у нас есть? Здесь есть имя нашего представителя Кинана, нашего гида. Сегодня встреча. Краткая информация о Турции. Ну и, конечно, общая информация, понятное дело. И начинаются вот такие экскурсии, они предлагают. Ну, в принципе, то, что предлагают в этом на улице, то и здесь они тоже предлагают. Я ознакомлюсь с ценами, как, наверное, так понимаю, нам дают какую-то распечатку. И вам покажу цены и стоимость, что да как будет. Насчет того, что вот их, кстати, шопинг-туры, это реклама есть. Насчет того, что вот, сидите в номере, ничего нет. Ребята, каждый отдыхает так, как он хочет. Но если вы для себя решили и приняли, что я приехала сюда только за жрачкой, и все. Ну, если для вас так лучше, то будет, пусть будет так. Мы отдыхаем так, как мы хотим, и максимально вам показываем этот отдых. Да, он не супер активити, супер какой-то там. Но нам нравится, это главное. И я последний раз говорю это. Анталия, аквариум вообще классно. Аквариум $45, да, по-моему, там было. Узнаем, сколько сегодня здесь это стоит. Видишь, там вот такие большие акулы эти. 45. Ну да. Узнаем, сколько здесь это будет стоить. Дельфинарий, сафари, шоу. Ну, посмотрим. Если мы захотим, то мы куда-то поедем. Но я не могу точно вам сказать. Турецкая баня, VIP-яхты, VIP-трансфер. Такая книжечка. Вот этот уголочек, да, там, где мы будем сидеть. Держи. Ну, все очень классно, хорошо. Сегодня еще прогуляемся по территории, покажем вам. Не знаю, когда буду выпускать видео, потому что интернет как бы хороший, но я же не буду их штамповать, вы их смотреть особо не будете. Какую-то частичку вам покажу. Она будет сейчас ходить, узнать за лякарт, за утюг. Мы хотим взять, поутюжить вещи. Тут все ходят мятом, тут всем насрать, как, знаете, кто как выглядит. На себя переведу камеру, чтобы было видно. Тут всем насрать, кто как выглядит, кто как где в чем ходит. Я обязательно пойду до моря, но я снимать этого не буду. Потому что я понимаю, для чего вам это нужно. Само море я покажу, что, какой пляж. Все это будет в дальнейших видео, либо же в каких-то влогах отдельными, чтобы не акцентировать на этом внимание, но как я буду купаться, как будет купаться мама или еще что-то, вот подобного я показывать не буду, можете даже не ждать. Я ценю своего близкого человека, я не хочу, чтобы, даже не то, чтобы надо мной насмехались, я хочу, чтобы насмехались над ним. И это нормально, я думаю. Каждый вообще решает, что ему снимать, как ему отдыхать, что ему делать, ходить ему на дискотеки или сидеть в номере, смотреть телевизор. Для каждого отдых свой. Если для вас стереотипно, что люди приезжают сюда либо пожрать, либо поплавать, то рушьте свои стереотипы. Что? Сейчас. Для поверхности данных будем привезти с собой вам ваучер авиабилета. Сходишь? Да, ты при этом. Я сейчас пока, кстати, трансляцию тогда могу сделать. Сейчас. Да, бери всю папку. Вот так, вот этой стороной прикладываешь. А когда закрывать, просто захлопни и проверь, закрылась ли она. Да я даже не читала. В общем, ладно, ребят, сейчас сделаю эфир. Я говорила, что я эфиров делать не буду, но пока есть время, пока мама сходит
Заволочил. В общем, мы два раза уже ходили, я себе натерла. Надо купить нормальные себе тапки. Я уже натерла себе и ноги, и руки, и все на свете. Все. Смотрите эфир. Может, что-то там интересное узнать. Ребята, пришли со встречи с гидом. Дал нам вот такую экскурсионную программу. Рассказал о том, что нужно ходить, выходить. Можно паспорт с собой не взять, по примеру, гулять. Главное брать ваучер. Ну, вообще, разные штуки интересные рассказал. Вот стоимость экскурсии. Мы пока думаем насчет того, чтобы поехать в дельфинарий. Это самая такая бюджетная экскурсия. И, ну, просто интересно, что у них да как. А там посмотрим. Еще есть время подумать. Не знаю, видно или нет. Можете нажимать на стоп-кадр и видеть стоимость экскурсии. Сейчас я вам покажу, что мы еще купили. Мы сейчас уже будем одеваться, идти на пляж. Я купила себе купальник. Я купила себе свитшот. В общем, сейчас все вам так буду сказать, показывать. Первый шопинг удался. Первый пакет сейчас распаковываю, показываю вам. Ба-ба-бам. Это моя накидка. Вот такая вот будет она, полупрозрачная. На купальник. Очень, кстати, красивая. Мы сторговались за все вот вещи, которые я сейчас вам покажу. Они стоят $155. Может, я не сторговалась, я не знаю. Но, ну, короче, он говорил за 200 и скинул нам $45. Вот такие вот вещи. Дальше. Ну, накидку потом как-то покажу. Это мамина накидка, она такая более... Более, я сейчас думаю, может, мне надо было и такую тоже брать. Более закрытую, скажем так. Блин, плохо видно. Ну, короче, вот такая. Если что, денешь, я вам иногда есть. Посмотрим. Посмотрим потом. Так, что тут? Вот эта вот фирма. Блин, не могу даже нормально показать. Просто волнуюсь уже, блин, все, сейчас уже на море пойдем. Мне уже даже море нравится, когда я купальник нашла. Вот такая вот накидочка. Моя обычная. С этими... С такой тут заикаюсь я уже, короче. Все кричали, для чего я приехала. Все, теперь я приехала на море. Вот такая вот накидочка. Дальше. Так, экскурсии давай. Это купальник купила себе мама. Вот такой вот. А что он там? А, свитшот дал. Я думаю, что еще? Вот такой вот купальник раздельный купила мама. У нее и так был, в принципе, но она решила себе еще один купить. Вот он раздельный. Дальше. Вот такой купальник купила себе я. Он сдельно идет. Такой вот в темных тонах. Все дела, что это такое. А то, что надо отклеивать. Боже, у меня давно купальников не было, потом даже петухи орут. Вот такой вот купальник купила себе я. Посмотрим, как он мне будет. И еще вот такой вот свитшот. В том году мне привозили в подарок Коля, Юля и Самвел. В этом году я купила себе вот такой вот сама. Мне кажется, очень классно. Томми Хилфигер. Цвет мой любимый. Прям вообще очень-очень мне нравится. В общем, такие, ребята, покупки. Сейчас собираемся, одеваемся, переодеваемся. А, утюг надо заказать же, да? Сейчас утюг еще закажем. Надо перегладить вещи. И немножко позже пойдем на морька. Хорошего всем настроения, спасибо, что посмотрели это видео.